переговорите с поставщиками, чтобы на льготных условиях мы могли это получить. Я думаю, что сейчас реакция по регионам будет. У нас же как лютые морозы или еще что-то, чтобы первыми в очереди оказаться. Хакасские чиновники считают, если бы у соседей была подобная котельная, то тувенцам не пришлось бы эвакуировать почти 2500 человек. Сейчас в соседней республике работают коммунальщики со всех окрестных регионов, в том числе аварийно-спасательная бригада из Хакасии. Помимо работников и техники, к соседям едет и КАМАЗ с расходными материалами для ремонта ТЭЦ и коммунальных сетей. Помощь отправил один из абаканских предпринимателей. Грузили мы теплоизоляцию, отводы, стальные все вот эти краны, задвижки, эти, начиная от диаметра 200, кончая до 50. Ну, сейчас еще будем еще добивать, догружать что-нибудь, чтобы отправить машину полностью.